Итак, привет, дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь, усаживайся поудобнее, заваривай чаечек, распаковывай пельмешки, наливай в кастрюлю воду, посыпай туда соль, пельмешки вываливай где-то штучек 20-25, в зависимости от размера, вари туда маслица, там можно добавить зеленушки, потом это все выложишь, сметанку сверху, майонезик, а сыра можно потереть и вух. Вух, хорошо будет. Отлично будет. А ты это, княжеский лайк поставь. Ну и усаживайся поудобнее. У нас роллинги. Ребята, роллинги это достаточно неплохо. Тем более, когда приходится ролить с гильдийцем. Тем более, когда приходится ролить девушки. Девушки, да. Я нахожусь на аккаунте игрока под ником Заебелочка. Прикольный ник. Слушайте, ну... Сегодня огромнейшая на мне ответственность, потому что, во-первых, это сагильдеец, во-вторых, это девушка, и как бы хотелось бы выбить по максимуму героев, а вы тем временем не забывайте вступать в гильдию хулиганы, конечно же, если у вас как минимум 1 000 000 силы, если вы хотите, ребята, участвовать во всех гильдийных локациях, вы ответственный взрослый игрок с чувством юмора, вы стараетесь на битве гильдии, вот, ну, если что-то не получается на битве гильдии, всегда обучим, поможем. Так что, ребята, всех ждем обращаться в Телеграм к Сереге СМС, и будет все хорошо. Будем воевать вместе. И просто там в Инарсии... Бам! Там поймете весь кайф этой локации. Ладно, ладно, друзья. Так, что у нас? Тут героев собрано, елки-палки. Подожди, кого здесь не хватает? Кого здесь не хватает, а? Ништяки... Ништяки такие. 100 тысяч самоцветов, друзья. 100 тысяч самоцветов, это вам не шутки. Не хватает, я так понимаю, фанатик. Ну, фанатик, понятно, да. То есть, темный колдун, ну, это понятно, да. Мисс Магия. Берсерк. Пепельная Матрона. Слушай, последние три героя. Мисс Магия, Берсерк, Пепельная Матрона. И, конечно же, хотелось бы выбить именно... Мисс Магию, потому что она, ну, будет, по сути, одна из самых полезных героини. Остальные больше для коллекции. Ну, хотя с Берсеркером еще можно попридуриваться, поприкалываться. Так что, ну шо, погнали. Объявляю этот роллинг открытым. Так, давай. Главная цель Мисс Магия. Ворожей, Дед Мороз. Ну, в целом, конечно, хотелось бы всех выбить, да. Вообще, знаете, бывают такие роллинги, да, что и за 100 тысяч самоцветов ты вообще ничего не можешь выбить, потому хотелось бы вообще хоть кого-то выбить, но... О, Космо упал, да. Но в целом, ну, я слишком часто говорю слово «в целом». В целом я говорю слишком часто словосочетание «в целом». В целом! В целом, друзья, Мисс Магия необходима. Хотелось бы вообще очень просто, чтоб упала, вот, чтоб нам упала. Вот, и Берсеркера, и Пепельную Матрону. Мисс Магия, приди. Вот, Пепельная Матрона, приди. Берсерк, приди. Вот, это, не дай бог, я скажу Берсеркер сразу там в комментариях. Опа-па-па-па! Все, уже как бы, уже не зря прошел роллинг. Для коллекции, для судьбы мы выбили Пепельную Матрону. С чем и поздравляю Заебелочку. Бля, офигительный ник. Я не знаю, я испытываю слабость к каким-то веселым, прикольным, необычным ником. А не то, что типа, там, не знаю... Еще одна Пепельная Матрона. Вот. Короче, не люблю простые ники. Понимаете? Не люблю простые ники, а вот Заебелочка офигительная ник. Оккультист. Слушай, ну да, тут, знаете, это проклятие, да, типа, если ты, грубо говоря, королева Гарпий Триант, если ты, грубо говоря, если ты, грубо говоря, выбиваешь одного героя, то он там обязательно второй раз упадет. Хотя вместо второй Пепельной Матроны могла упасть Мисс Магия. Посмотрите уже, сколько раз Космо упал. Ну, то есть, по сути, падают одни и те же герои. А нам еще Мисс Магия и Берсерк нужен. Друид. Вот. Так что давай, рандомчик, не подведи, елки-палки. Хотелось бы хотя бы двух героев выбить за 100 тысяч самоцветов недостающих, а? Хотелось бы. Ронин. Бульдозер. Ну, давай. Варлок, а ты, я надеюсь, там княжеский лайк свой поставил, ты же сам знаешь, там, чем больше лайков, тем больше шанс выпадения нужного героя, да, вот именно так я вас байчу на
какую-либо активность, вот, можете в комментариях написать оккультист череп. Нет, не оккультист череп в комментариях напишите, а свой ник игровой напишите, вот, в комментариях. А, тоже это такой, знаете, я могу сказать так, ну, типа, ребят, пожалуйста, напишите ваши ники в комментариях, потому что мне будет невероятно интересно посмотреть, под какими никами вы играете. Но в целом, да, конечно, по факту, я вас бачу на то, чтобы вы написали свои ники. Вот, и желательно там, чтобы ник составлял из 4 слов, чтобы YouTube засчитал этот комментарий. Я с вами честен. Ну и честность моя заключается в том, что остается 44 тысячи самоцветов. Мы потратили большую часть отведенных самоцветов на этот роллинг. Дама холода выпала. Но выбили только одну недостающую героиню. А нам еще нужна мисс магия и берсерк. Хотелось бы именно мисс магию. Вот, всех хотелось бы. Ну типа... знаешь, если мы сейчас потратим 100 тысяч самоцветов только ради одного героя... А-пау! Слушай, ну нормально, понимаете? Я хотел сказать, что если мы потратим 100 тысяч самоцветов ради одного героя, то будет как-то, ну, с осадочком. Сейчас уже аккаунт обратно отдавать не стыдно, понимаете? Аккаунт обратно отдавать не стыдно. Ну вот, с чем я сам себя и поздравляю, потому что, знаешь, ой, такие неприятные чувства, когда тебе дается много самоцветов. Вообще, даже немного самоцветов, когда у тебя не получается выполнить хоть часть задачи по выбиванию героев для подписчика, тебе приходится отдавать аккаунт, и ты такой, блядь, мне стыдно, сука. И ты, с одной стороны, и не виноват, да? Как бы ты сделал все, что мог, ты честно нажимал этим пальцем по мышке, тыркал, ждал, надеялся, но не выбил, да? А как бы вот, ну, сейчас уже не стыдно отдавать. Теперь надеемся, что за 37 тысяч мы выбьем мисс магию, друзья. Вот. Просто надеемся на это. Я надеюсь, и вы надеетесь. Дед Мороз, мисс магия, приди. Но шансы, конечно, милипиздрические. Но... Рина. Но почему... Еще третья пепельная Матрона. Но я вам скажу так, да, типа, сейчас в нынешних реалиях игры рандом такой, что и если у тебя 100 тысяч самоцветов, последних трех новых героев, не факт, что ты выберешь. Ну кто, а? Кто, если не я, а? Кто, если не я, а? Делитесь этим роликом, жмите на колокольчик. Оу-оу! Слушай, офигительно. Офигительно. Ну вот, просто умопомрачительно. Поздравляю. Я говорю, что я что говорил вообще, что в нынешних реалиях ты как бы не факт, что ты выбьешь как бы там вообще одного героя из последних недостающих. А тут, ребята, у нас все получилось. И еще 27 тысяч самоцветов на созвездии осталось. Ну, чтобы открыть пепельную Матрону, там уже три пепельные Матроны, там уже сама допа сольет. Слушайте, ну, заебелочке сегодня очень сильно повезло. И это, конечно, невероятно круто. Слушай, ну, я в шоке, если честно, я даже не надеялся на такой результат. Ребята, вот, и девчата, вот, кто болел вместе со мной и смотрел это видео до конца, огромнейшее, просто большущее вам спасибо, пожелаю вам огромнейшей удачи, не забываем лепить лайки, херачить по колокольчику, чтобы не пропускать видосы и стримы,
Сегодня жду вас на стриме по битве замков. Будем мучиться там реально на битве гильдий. Вот, всех целую в пельмени. Вот, всем бритых подмышек, друзья, и пока.